Всем привет, добро пожаловать на мой канал. С кем еще не знаком, меня зовут Алексей. Сегодня в этом видео я хотел бы с вами поделиться свотчами на карандашике от компании Faberlic. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. Друзья, ну с чего начать? С того, что я хотел уже давно попробовать эти карандашики, сделать на них свотч, потому что карандашики недорогие, не жалко заказать. Карандашики стоят всего лишь 609 тенге. Но из каталога в каталог они кто есть, кто нету. В общем, такие же есть карандашики для губ. Вот, это автоматический карандаш для глаз. Их в линеечке 5 расцветочков. Сейчас мы их все посмотрим, но сначала хочу вам показать, как они выглядят. Идет колпачок, и сам карандашик выкручивается, так как он у нас идет автоматически. Но есть такой сюрприз в этом карандашике. На колпачке располагается, во-первых, располагается цвет карандашика. Ну а во-вторых, здесь располагается точилка, друзья. Пожалуйста. И легким движением карандашик превращается в точилку. Вот, в общем, вот такие вот веселые карандашики. Сейчас мы с вами каждый попробуем нанести. Ух ты, какой ракурс классный. Посмотрите, как каждый карандашик хорошо прям изображается. И, кстати, видите, на карандашке еще есть код. Это код идет трек-номер карандаша. Вы по этому номеру можете отследить карандашик в каталоге. Итак, первый, давайте будем смотреть. Первый — терпкий кофе. Код карандаша 5825. Терпкий кофе. Ох ты, я угадал. 58-25. Я угадал. Вот он как выглядит. Абсолютно не совпадение с каталогом. Хоть ты тресни. Но не суть дела важно. Для этого я и делаю сегодня свотчи, чтобы вам показать на самом деле, как этот карандашик будет выглядеть у меня на руке. Ну вот, как-то так, друзья. Ну что хочу сказать. Цвет он такой, если фокус плохо ловит, то я бы сказал, что это такой цвет. Как будто черный. Вот знаете, просто как будто черный карандашик. Ну не знаю. В принципе, ничего такого в принципе плохого нету. Черные карандашики всегда пользуются хорошим спросом. Так, следующий — сапфировый синий. Ну, здесь к бабке-гадалке не ходи. Это вот этот карандашик однозначно. Поэтому давайте будем его тоже пробовать наносить. Кстати, вот забываю вам еще вот так вот показать. Посмотрите, какой он насыщенный прям цвет. Хочу сказать, текстура карандаша такая вот, в принципе, мягенькая. Руку он меня сильно не режет. Но и наносить, как бы, знаете, чуть-чуть тяжеловато. Все равно с каким-то таким трудом он наносится, что, наверное, он фиг смоется, этот карандашик, я так думаю. А нет, смотрите, как хорошо. Ой, он очень хорошо стирается. Он не, видимо, он не стойкий. Видимо, он не стойкий. Так, ну хорошо. Давайте дальше. Угольный черный. Ну, классический черный карандашик. Что его? Что его смотреть? Ну, давайте все равно посмотрим. Раз сегодня мы ради этого сегодня собрались. Господи, все подряд собрал. Еще только запеть осталось. Так. Ой, ну, черный-черный. Поэтому я бы сказал, классический черный карандаш. Слушайте, а он прям наносится без особого труда. Он сразу раз и нанесся. И на фоне черного, кстати, я сразу вижу вот этот первый, как он называется, терпкий кофе. Смотрите, он сразу обрел свой цвет. Действительно кофе. Слушайте, теперь претензий нет вообще. Ноль. Но синий, он все равно как бы не такой уж и синий. Да? Знаете, я немножечко как будто бы их подстер. Вот они. Вот синий, вот он почему-то так тяжело наносится, чем
Черный, черный, прям легко, прям одним движением я сразу его нанес. А вот эти два карандашика предыдущих, они почему-то сложнее нанеслись. Но тем не менее, вот, пожалуйста, друзья, смотрите. Для меня синий, он какой-то все-таки как бирюзовый, что ли, не очень смотрится. А черный прям ляпота-ляпота. Вот, лесной орех. Ой, как вкусненько, 58-24, прям захотелось лесного ореха. 24, вот, друзья, лесной орех. Так, точно? 58-24. Вот такой вот он лесной орех. Но вроде смотрится коричневым, да? И у меня такое ощущение, как будто зеленоват, что ли. И вот он тоже очень даже хорошо нанесся. Смотрите, ну правда, вот я первый хотел забраковать, а теперь я вижу, что он от всех карандашей, конечно, не сильно отличаются. Так, ну и последний карандаш, графитовый серый, 58-27. Графитовый серый. Вот он, графитовый серый. Давайте его тоже заграфитим. Заграфитим на мою руку. Но, честно сказать, то ли такое освещение. Как будто черный смотрится. Но нет, все равно он видно, что он серый. Ой, да, конечно, он однозначно серый. И, в принципе, какие-то у меня сегодня... Сводчи, друзья, вот такие вот получились непонятные. Ну, кстати, да, абсолютно все карандаши передают свои цвета. Абсолютно все разные. Но вот что хочу сказать, мне, наверное, больше нравится классический черный и орех. И вот орех, мне вот эти два карандашика больше понравились. Они как-то смотрятся очень даже симпатично и красиво. Нежели вот... кофе, синий и серый. Они мне как-то не очень зашли, но это я. Мне их не наносить, мне ими не краситься, девчонки. Это делать вам, поэтому вам решать, какой карандашик как выглядит. Поэтому смотрите, выбирайте, благодарить. Не надо благодарить. Не надо благодарить. Нет, конечно же, делитесь своим впечатлением, понравилось вам видео или не понравилось. Я всегда... Очень сильно переживаю, когда делаю видео сводчи, потому что для меня это мрак мраком. Было, конечно, предложение, чтобы я все-таки сводчи наносил на те места, куда они предназначаются. Ну, то есть, если это карандаш для глаз, хотя бы, чтобы я его на глаза наносил. Но, ну, кто-то поймет, а кто-то не поймет. Поэтому буду наносить их все-таки на руки. Поэтому, друзья, ну что, на этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Пишите свой отзыв, кто уже эти карандашики пробовал, кому они нравятся, кому они не понравились. Делитесь своими впечатлениями, как вообще вам мое видео. Смог ли я вам передать атмосферу этих карандашиков? Смогли бы вы их разглядеть, эти сводчи у меня на руке? Вот, на этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И всем пока-пока. Пока.